Игорь Петрович, главный тренер ФКС по бегу ТД. Игорь Петрович, только что закончился второй матч на этом турнире. Поделитесь своими впечатлениями. Ну, достаточно тяжелый матч, потому что вторая игра подряд. Да и надо отдать должное, соперник достаточно непростой. Поэтому и неплохо мяч начинает. Там есть ряд неплохих футболистов. Нападающие очень неплохо цепляются. То есть трудности нам создали. Хотя в первом тайме там особо моментов не было. Один момент только был. Но вот в целом. Ну и как всегда у нас реализация хромает. Хорошо, что на 0-2 игру отыграли. Сегодня было обилие желтых карточек у противника. С чем это связано, по вашему мнению? С темпераментом игроков. Южные команды всегда так себя ведут, всегда эмоционально. И, грубо говоря, там, если бы у нас в Питере так вот кричали бы, там, уже бы давно бы ударяли людей. Поэтому, да, есть определенная специфика региона, не без этого. То есть очень эмоциональные футболисты, поэтому с этим было только связано. Ну, не, понятно, там были и нарушения, но это все равно в основном с эмоциями. Спасибо большое.